Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир вкусной и полезной еды! Сегодня мы будем готовить замечательную, мягчайшую, сочную говядину в винном соусе. Я беру свой нож и начинаю готовить. Ну а вы можете начинать задавать вопросы, если вам что-то будет неясно. Я очень люблю отвечать на ваши вопросы. А еще я люблю, когда вы ставите лайки или подписываетесь на мой канал. Итак, я беру лук и нарезаю его кольцами. Вы можете взять одну большую или две маленькие луковицы. А кольца должны быть толщиной приблизительно 3 мм. В кастрюлю или в сотейник я наливаю оливковое масло. И выкладываю на дно кольца лука. А теперь мне надо все посолить. Поперчить. И еще немного оливкового масла. Сверху на лук я буду выкладывать куски говядины. Еще раз немного оливкового масла. Ну и посолить и поперчить. У меня практически все готово. А теперь сверху говядину я залью красным сухим вином. А вина надо налить ровно столько, чтобы накрыть нашу говядину полностью. А тушить мы наше мясо будем приблизительно 1 час на малом огне. За это время вино должно выпариться, соус винный загустеть, и мясо станет мягкое и очень ароматное. Включаем плиту. И накрываем крышкой. Наше мясо закипело, и бросим туда пару веточек розмарина. И опять накроем все крышкой. Во время тушения переворачивать говядину совсем не нужно. Надо только периодически взбалтывать кастрюлю. Вот так. Знаете, мне очень нравится этот рецепт простой и вкусной говядины. Ведь здесь есть не только мой труд. Здесь есть труд людей замечательных сельских профессий. Таких как пастух, романтик полей. Таких как винодел, настоящий природный химик. Ну а на садоводах и огородниках вообще вся земля держится. Итак, мы продолжаем тушить говядину. Прошел ровно час. И наше мясо, нашу говядину в винном соусе пора доставать и выкладывать на тарелку. Замечательная, нежная, ароматная говядина в винном соусе готова. Если вам понравился наш рецепт, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Пока!